на Байер в сравнении с Ромой и Барселоной купить билет проще. Ну, учитывая, что фактор домашнего поля будет и при яростной поддержке своих трибун, есть неплохие шансы одержать победу над Леверкузенским Байером. Матч с Ромой доказал, что Бате все-таки способна на что-то лучшее, чем проиграть. Очень хотел попасть, не смог на Барселону, смог сюда попасть. Очень рад. Буду надеяться на победу. В кассы в Минске и Борисове поступили 700 билетов на заключительный домашний поединок Бате в групповой стадии Лиги чемпионов. К этому часу осталось треть. Продают, как и раньше, не больше двух в одни руки. Напомним, игра состоится 24 ноября. Борисовчанам необходимо побеждать в оставшихся матчах. Тогда есть шанс сыграть в Лиге Европы.